не убедился в безопасности маневра. Трое пассажиров Hyundai чудом остались живы после столкновения с двумя КАМАЗами. Временно отложили, депутаты решили пока не рассматривать новый имущественный налог. С 10 и до 80 лет. В Саратове выбирает лучшего исполнителя народной песни в рамках всероссийского конкурса имени Лидии Руслановой. Об этом не только расскажем в программе «Новости РНТВ Саратов» в 19:00.